В Тирасполе на стихийных свалках установили камеры. Так фиксируют тех, кто выбрасывает мусор в неположенном месте. Нарушителей помогают находить и дроны. Всех, кто попал на видео, вызывают в милицию и штрафуют. Тирасполь, улица Сокриера. У дороги табличка «Выбрасывать мусор запрещено». Под ней пустые коробки, мешки, ящики. На один двор стоит общие мусорные баки. Там и лодка стоит, там и... Да. И тем не менее люди выносят сюда. Выносят постоянно. Постоянно выносят. Я на другим разом скажу, я сама не могу попасть, чтобы такое я и шла, и чтобы кто-то вынес. Я бы сказала бы, вам на голову совесть есть. Нема в наших людей совести. Нету. Так на камеры фиксируют тех, кто незаконно выбрасывает мусор. Эти кадры попали на видеоловушку в одном из дворов Тирасполя. Люди складируют мусор рядом с контейнером. В общую кучу летят ветки, картонные коробки, мешки со строительным мусором. Так появляются стихийные свалки. Камера все сняла, нарушителей оштрафуют. При поступлении видеоматериалов, на которых изображено, как гражданин выбрасывает в неустановленное место различный мусор, устанавливается личность данного гражданина, после чего он привлекается к административной ответственности. За порядком помогают следить и коптеры. С высоты фиксируют нарушителей. Рейды с дронами милиция проводит все чаще. Всего с начала года только в Тирасполе 60 человек заплатили штраф до 1104 рублей за выброс мусора мимо контейнеров и вдоль дорог.